Ждал гайд, но не зашел. Три игры и все одними и те же айтемами. Последние два месяца гайды однообразные и одинаковые закупы. Раньше были гайды, которые ты по-разному собирал, и было реально интересно. Сейчас смотришь заставку и понимаешь, что посмотреть можно теорию и первую катку, а остальное будет такое же. Где Керри катка? Пару брис, МКБ Сатаник. Смотрю твои видео 2 года. Не понял. Он умирать. Ну что ж, всем привет, друзья. Что ж, ну давайте сделаем такой билд, который попросили у меня. Ну как попросили, это больше недовольный комментарий, я считаю. Потому что все билды у меня разные. Абсолютно каждый билд разный. Нет такого, чтобы билд постоянно повторялся. Ребят, не знаю вот этого прикола. Ну окей, давайте сделаем. Не суть, сыграем. Сыграем сейчас игру. Сыграем игру сейчас на траксе. 30 буриц, 40-80 сатаников. И, конечно же, такое. Но сатаник, не знаю, сатаник, если в лейтгейм будем выходить, я играю в любом случае через Маднес. Объяснил человеку, что каждая игра играется по своей стратегии вифарма. То есть, как на Гаргоне играется. На Гаргоне играется фаза, Яша, Мом. То же самое почти на Траксе. Поэтому, это дело такое. Сразу берут там Сларка. Сларка, не знаю, не забанили. Я забанил Тиника, Инвокера забанили, Химиков. Но Сларка не забанили. Не забанили Легу, Сларка. И, конечно же, такое. Ну, сейчас все равно будем душить, посмотрим. Катка, надеюсь, будет интересная. Если что, в лейтгейм выйдем с сатаником. А то вот так вот, билды одинаковые. Ага, так, получается у нас 2 буризы. МКБ, хорошо, это 3 артефакта. Travel, Madness. Travel, Madness. И что, и БКБ 6 слот, да, и все. То есть больше нам ничего не придется собирать, да. Посмотрим, как сейчас пойдет. Но через Madness в любом случае. Ой, пудж. Ну вот это вот без пуджей давайте. А сейчас мы их порвем. Еще и бару не забанили, серьезно? Вы что, нормально все у вас? Че, кого тогда банили вообще? Банили этих, что ли? Кого там банили вообще? ТМ-ку банили, чтобы не брали, что ли, или что? Ой-ой-ой. Ладно, посмотрим сейчас, что будет у нас. Очень жесткий пик оппонента в ВС. Сейчас будет напряженочка. Сразу возьмем ауру. Что у нас главная задача? Главное переластхитить, перефармить чуть-чуть. А дальше потом уже поддушивать. Так, ну тут репа, походу, будет. Вот у нас чувачок там лагает уже. Сразу начинает. Столько старт игры, сразу чел начинает лагать. И все. Давай. Погнали. Может, кик его? Реконнектят. А не, кик. Go. 25 латенца поставлю. Может, у него, сильнее лагать будет. Либо ре делаем, либо не ре. А чё нет-то? Все, отлагал. Хорошо. У нас Бладсикер еще. Ну, Сларка чуть-чуть полегче будет убивать с Сикером. А там имбы, жесть. Если меня сейчас в миду задрочат, это жесть. Жесть. АФК в туалет. 1 минут. Забавный чел. Уже весело. Чувствуется уже, что весело будет, ребят. Так, Легич в миду, да, будет. С Легионом будут небольшие проблемы, если он через АДС будет играть. ОДС, ОДС, Пуджи, Пудж еще и Бара, на самом деле будет намного немного неприятно, на самом деле. Пуджи, Бары. Если я сейчас выхожу, 100% чарж Бары на меня, там, Гной тоже на меня, все на меня, Гнус. Я тут не варик, пацаны, 4 внизу, 1 Бара, да, его Бары не забрали. Ушмит хорошо с тиками. Так, ну главное переластхитить, не умирать и задушить. Просто проблема будет с барой. Очень сильная проблема с барой будет. А, Сларк мид. Хаесы на медусу на Сларках. Хаесы. Сразу попытаться подхорашивать его. Прихорашиваешься. Хорохоришься. Видели, дед, сколько промахов подряд? Ля ты, и опять промах. Нифига себе, я заластхитил жестко.
Мамкин лост читеры. Оп. Надо вот это. Очень большой монокос мострела на самом деле. Очень большой. Сларки с топориком — это эталон фермерства. Надо было тычку дать. А надо было давать. Хорошо, так, первый артефакт, который нам нужно будет тут сделать, скорее всего, что-то надо будет на уплотнение. Потому что, не знаю, будет овер тяжело. Креветка хотя не фармит, но все равно нельзя нам пушить эту линию. Эту линию пушить нельзя. Так, сапог нужен. В срочном порядке. Креветку я никак не убиваю. Он в случае чего просто отпрыгнет и все. Типа у него этот... рефлекс по самосохранению срабатывает. Пацан просто упрыгивает и все. Но топорик у него, я не думаю, что он на самом деле актуален. Так, на топе вообще никого нету, да? На топе никого нету, на ботами. У нас Бара на низу стоит с Пуджом. Самые опасные герои на низу стоят. Самый опасный герой. Самый опасный герой на низу. Хорошо. Ну, отлично. Отлично. Тем самым интересно будет. Пара ФБшечку взял. Сларк внизу тоже, да? Но СС я написал. Чекай. Чекай чат. Это отмазка. Вот СС — это всегда отмазка. Лютейшая отмазка. Вообще пофиг всем это. Вообще всем пофиг. Типа СС был... всегда, типа, знаете, такой смысл, что СС — это такое, типа, для раков такое, знаете, типа. Вот Варда не стоит, они такие: а, СС не, бля, а, виноват, видер, все, видер виноват, видер виноват, кончен буй. Все, вот это, понимаете, тут вот тупо такой смысл ССов. Типа, если ССа не было, о, мама, не горюй, а тебе столько расскажут, а тебе расскажут, кто твоя мама, кто ты, какой ты национальности и тому подобное. Если ты, не дай бог, СС не напишешь. Ой-ой-ой, как же страшно. Так, вот Сларк, короче, на низ пошел жить, да, я так понимаю? Слабый, короче, да? На меду фарма нету, на низу раки стоят, раков пофармить. Да, пошел фармить раков, называется. Фармим раков. Просто под тэшками. А что кура? А, вард пришел. Кура-вард. Кура-вард. Эх, включил ауру. Давай дудосить. Хорошо. О, животнич. Вытопнешь меня? Не хочешь, ну как хочешь. Спасибо. Не хочешь, ну как хочешь. Так, ТПшечка. Голос of haste. ПТшка, в принципе, 4 минута. Это очень хорошо, Сларка. 4 левел, у меня 5. Вдвоем в меду стоят. Пусть линию толкнут. Я буду дальше фармить. И ТПшечку надо носить, ребят. Сейчас 6 левел будет, надо поактивнее играть. Помогать своим ребяткам. Для них СС приоритетом. Значит, соответственно, нужно бабочка, лавкач, силач, тараска. И все. Бабочка. Если бабочка, значит лавкач. Если лавкач, значит бабочка. Если силач, значит тараска. Хорошо. Что вот это за... что вот это такое? Что вот это такое сейчас было? Или он убегал от него? Я не видел по карте, я тут на крипинге. Тупо на максимальном. Тупо максимальный крипинг. Тупо lucky one. Lucky punch. You're the lucky one. You're the lucky one. Хорошо.
Так, интересно, животное, да, животное, да, на меня животное побежало, вижу. Вижу, что животное побежало на меня. Так. Давай. ПТ-шку не захотел. Я сам виноват, что не забрал, микроконтроллер потерялся. Кстати. Сам виноват, что не забрал. Печально. Печально. Хорошо. Удасай сделал. Удасай. Отлично. Креветку собрали благодаря Сларку. Ой. Лол, ну вы поняли, короче. Удасай сделали. Пацану. Тешку забрать было бы очень хорошо уже. Борочка на вазу, лол, хэпочки. Почки, хэпочки. Отлично. Душить. Борочка на меня уже, наверное, бежит. Я так думаю. Шестой левел Сларк. Отойдем. Стакнем. Ну, тэшка. Тэшка минусом. Кат еще раз ударит. Сларку не хватит одной тычки. Хорошо, хоть так. Так, на меня вроде не побежал Бара, да? Бугус. Не знаю, почему я не стакнул. Хотел на руну. Отлично, так, руна. Отличная инвизибилити. Кто на топе, некрот за душем. Так, хорошо. Майтвоймент. Хорошо. Потанчи чуть-чуть. А, нормально. Танковать, да? Лего там где-то еще в лесу. Сейчас Маднус уже. И погнали. Буризы. ДК, кстати, в форме получает бонус с дамаги. Это очень радует. Где мидер? Мидер, где ганги? Говорит Тускар. Который метовый герой в 85-й карте и насилует карту соло. Где мидер? Где ганги? Понимаю. Где мидер? Так, го, вот так сделаем. Хорошо, успел отменить я. Через shift. Ля, куру хватит реюзать, да? Реюзает куру. Страшного. Реюзер. Давайте сайленс качнем. Опа. Животное, ну я умер. Шансов нет. А, еще и Незер Страйка бахнул. Ну, типа, да. Стоит, ждет, вот здесь вот стоит, ждет меня. Ладно. Ну, в принципе, я удивился, что я ни разу не сфидил, но теперь я понял, что я сфидил. Лего Даггер, хорошо. Ну, вот из-за животного я могу очень сильно нафидить. Очень сильно. Ну, надо вард сюда поставить. Типа, ну, он вот здесь, он не побежал не отсюда, вот как обычно, он побежал отсюда. То есть он здесь уже стоял и ждал меня. Животнич этот. Ладненько. Сейчас мы тебе покажем. Маднес есть. Пуджа там седьмой левел. Маднес есть, можно поесть. Пуджи пошли на кемпы. Это плохо. Хомелес. Вот так сделаем. Животнич, пуч вот тут стоит, 100%. Вот там кто-то еще, Сларк, я понял. Опихиваем. Опихали. Лего идет.
Хорошо, хоть так, забайтили на Ксина. Ой, на Ксина. На Эмбера хотел сказать далее. На Эрса. Earth Spirit. На него забайтили, нормалин. Напихали. Так и должна Тракса работать в целом. Это герой такой. Она так и должна работать. Потому что Тракса это РДД. РДД строго. Строго рейндж дамагер. Сейчас на топе фарм пойдем заберем. Вон, не видит парень, да? Лего тупо выходит по лесу идет. Ой, по лесу, по лайну. Не видит. Ничего страшного. Сикер 4 левел. Классика. Вот так сделаем. Так, пойдет. РДДха. Стакай. Какие же два агрессивных у нас пацана в команде. Самые раки и самые агрессивные. Жесть просто. Тупо пацаны зашли это, почилить, короче, после школки, короче. 0-4 и типа 0-3 самые агрессивные челы в нашей карте здесь. Тирак, нет тирак, нет тирак. Вот этот сидят друг друга какахами поливают. Эх, блин, обмазался дополнительно. Хорошо. Так, ладно. Сюда надо вард, по-любому. Без варика. Ой, варик. О, рипера поставили. Рипера поставили. Сларк на миду, да? Ну, линию меня толкнет сейчас. Линию толкнет. Ну, я на эншентах постою пока. Уч даггер тоже, это очень плохо. Это очень плохо. Очень плохо. Опа, обходят. А меня уже сейчас газовать будут. Пара бежит ПТ на силу. ПТ на силу. А вон она, животное, бежит. Хорошо, ДК гол помогать. Стан давай ему. А, Лотар. Ой, осуждаю максимально. ПТшку, брат. Ой. Я тоже умер, да? Хорош. А, я умер все-таки, да? Бродсворд купить. Успел. Успел бродсворд купить. Ларка, Лотар уже 13-м. Ну, чисто арбузер. Арбузер. Ну, 3-2-1 левая у меня стата. Просто. 3-2-1 левай. Эх. Центри надо. Я дасты куплю. Центри или дасты надо. Хотя бы дасты. Я не видел, что у креветки там Лотар, серьезно. Ладно, ничего страшного. Ну, у нас по билду, сори, буризы. Типа, не варик. Типа, другое даже ничего собирать не буду. Что там есть крипы, да? Хорошо. Ларк просто может сейчас по КД меня овнить. Главное, вижен на него иметь. Я, типа, его буду расстреливать с буризы. Типа, дамаги будет очень много. Вон он, типа, на низу стоит. Типа, я прибегаю, расстреливаю люто его. Типа, расстреливаю люто. Пока 11-й сидим на 11-м левеле. Центрички бы куда-нибудь тыкать. Сларк нанизу, да? На миду. Молния на баре. Хорошо. Хорошо. Опа, смотри, что могу. Пуш такой, типа, подумал, хукать или нет. Но, кстати, зря он не хуканул. Так, креветка. Тут будет сейчас где-то. Креветка сейчас где-то будет. Тут Сларк сейчас еще будет под ногами. У них очень агрессивный пик. Сларк под ногами где-то тут сейчас будет. Вот 100% тут где-то будет. Ларк тут где-то будет сейчас. Ух
Надо чтобы ДК и вот тут вот. Ага, вон на низ побежал. Вот так вот делаем. Хорошо. Пока на кого-то там идет байт. Нифига он там залетел. Аксине. Не помогу. Я очень далеко. Очень далеко. Б. Ты че, их там трое? Их там трое. А ДК тоже пошел. Вот ДК. Вот ДК. Хорошо. Б. Ты-то куда? По КД просто бегут туда. Вот дают, а. Тупо дают. Сикеры с догонами. От сикера только полезность, что он типа, ну, Ларка палит и все. Больше пользы нету. Хорошо. Там под Т2 дружатся, пацаны. Ну, с Ларка заберут. Там хорошо, хоть Сларк подфидит. Отлично. Я сейчас просто могу выфармить Буризу, и типа смысл такой, что меня Лего потом не сможет дуэли убивать. Тупо я с отхилом буду стоять лютым, и типа может быть такой прикол. Хорошо. Гоу на эншита. Опасно просто ходить по карте из-за баратрума. Сларка-то нет, типа, да? Но вот баратрум проблемой является. Пуч, кстати, крип для меня на данной стадии игры. Если я его подловлю, типа ему ГГ. Не вывезет меня никак. Тупо если я на расстоянии буду держать, его он меня не вывезет. И потянет парень. Так, первый артефакт Буриза, говорите, да? Без ничего. Хорошо, поехали. Буриза так Буриза. Ох, что-то Тускар. Далее, эншенты. Хорошо, на низу фарма много. Здесь обсервы поставить, да? Если что, ТП-шку, гаст и ТП-шку юзаем и все. Гаст и ТП-шку. Смотрим за статами. Хорошо, 2200. Мне надо зафиксироваться, взять 2400 и куру. Прикупить артефакты, все. ДК фармит максимально жестко тут. БМ на некре надо не забыть. БМ на некре. Хорошо. Все, зафиксировались. Первая буриза есть. Потная катка, кстати, будет. Потная катка. Что, сикер хочет, да? Забрать. О. Хорошо. В центре главное было, чтобы. В центре нету. Плохо, что в центре нет. Быстро. Я заберу, задушу быстро тэшку эту. У меня дамаги очень много. Отлично. ГБ. А меня бара бежит, да? Ну, конечно. Сейчас под тэшку уходить будем. А, отменил. Красава. Красава. Ну, буриза есть. Буриза есть. Жалко, не успею еще стакнуть себе. Я, возможно, Сларк под ногами будет. Не успеваю. А, еще и динозовер этот, который кемперский. Спринт его когда отведешь. Так, ну буриза есть, хорошо. Буриза есть. Думаете, Сларк тут будет? Нет? Буриза. Не знаю, буриза. Буриза, говорят. Говорили они. Буриза, говорили они. Гоу. Гоу. Только потанчите. Я не буду 1200 хп, типа танчить. 1200 хп. Надо, чтобы команда танчила. Не я.
Да, Сикер пошел. Ага, вижу. Расстрелял просто. О, давай дуэльку. Давай. Хорош, уго, пацаны. Буриза, пацаны. Первый артефакт буриза. Если чё, это чисто страта. Первый артефакт буриза, новая мета. А что спорим, сикер будет пытаться собирать? Я заберу. Т2, гоу. Так, еще буриза, говорите, да? Хорошо, как скажете. Как скажете, сударь. Сделаем две буризы, так точно. Две буризы, так точно. Брат. Я хочу бы. Ребята, не хотите подраться, да? Я буду драться. Оу, щит. Печально. Все это, конечно. О, меня что-то забашило. А что меня... А, Сларки баш, наверное, да? Креветка напала. Нападение креветки тут без шансов. Задушите их. Ух. Ну, креветка, видели, да? Типа такой сильный. Сильный на креветке. Б. 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 Фармите. Фармите, пацаны. Фармите. Нормально. Вот так вот, значит. Вот креветка, видели? Да он с лотара просто креветка вышел там. Вот почему, типа. И я не пробил пуджа, там сразу дамаги не было. Он просто с лотара сларк выходит, надо будет гем. Блин, ну а гем тоже, видите, мы еще слабенький гем брать, правильно? Блин, у меня открыт рабочий стол и открыт этот Warcraft, надеюсь, лагать не будет. Первые 22 минуты. Не знаю, как это работает, посмотрю на записи. Окей, просто два этих включено, типа и рабочий стол, и Warcraft сам. То есть тут два разных этих захвата у меня стоит. Вот, и короче, у меня и тот захват стоял. Не знаю, надеюсь, лагать не будет, ребят. А то самый кайф прогуливаете. Так, еще Кристаллис, поехали. Еще Кристаллис. Еще Кристаллис. 16-й, найс. Че самый прикол, скорости атаки тупо хватает. Ну, по максимуму. Тупо скорости атаки хватает. Мне нормально это называется. Я у мамы хорошист. Я хорошо, что бара без БМа. Скорости атаки из-за Маднеса хватает. Типа вообще кайф. Маднес есть, можно поесть. Он лего. Кстати. Тир, пацаны. Чисто тир. Я у мамы на тире. Тир. Просто тир. Чисто Тракса вышла пострелять, типа такой, на тир. Приехал. Гембы. Сларк напрягает, ребят. Лотар, да, башер там. Лотар, башер. Тарбашер. Хорошо, монетки. А, ну вот, нормально, кстати. Эх, ты куда ж так торопишься на ДКшке? Вай, хорош, соло забрал. Он под Сларк там, под Бладсасером такой. Ой, я типа сейчас тебя задушу. И не задушил, таки, укакался. Укакался, таки. Гена. Гена. Гена, ты МХ? Гена, ты МХ? Гена. Генана, генана, генана. А, крокодил в ванной. Генана. Так, ну если бара на меня побежит, типа я такой, пацаны, ну его нафиг. На меня бара. Да, побежал. На мне бара. Генана. А, все, найс. ГБ. Генана, генана. О, гена вон она у нас есть. Тебе. Гена на.
А, крокодил в ванной. Все вы помните этот бой, а? Ну или нет? Не умирай. Хорошо. Крипы на топе тавр забрали. Я очень далеко, кстати, от команды. Очень опасно тут стоять. Очень опасно тут стоять. Ага, ребята там дерутся. Буриска есть еще одна, да? Сларки лоу-хоповые. Но надо помочь ребяткам. Блин. Надо сейчас пойти. Рега. Пацаны. Ой-ой-ой. Гем забрали. Вот, умер. Пацаны, гем заберут? Не забрали, все, ГГ. Опа, еще и его туда же. И его туда же. Не знаю, я чисто АФК пробегался. Тут не надо АФК, просто нужно пробегать. Ребята, Б. Б просто, зачем там стоять? Кстати, я низ дефил, убежал. У меня мобильности никакой, я чисто артиллерия такая. 700 крит, 1000 крит там. Все есть там. О, БМ добавился, да? Гоу за душем. Сларк 20 секунд не будет еще. Иду, иду, брат, иду. Иду, иду. Вот этого пацана можно? И вот этого. Или нельзя, да? Ни того, ни того. Ни того, ни того нельзя, да? Убежать надо, пацаны. Убежать надо. БМ, что не включаешь? Где твой БМ? Извините. Заберешь, короче. Хорошо. Где твой БМ, братан? Вопрос, конечно, хороший на засыпку. Так, сларки где? Где сларки? Вон они, сларки, да? О, бегу, бегу, бегу. Они бегут, бегут, бегут. Оп, брат, ну я знал, что он даст диспел, поэтому я не сразу давал сало, потому что он сало себе бы скинул, возможно, у него там Shadow Dance был. Так что, типа, ну я сделал все правильно, что засуицидил, но это приносит импакт. Это приносит импакт. Так, две буризы там, говорите, да? Там дальше МКБ, МКБ. Переснулся там. АТ-шку заберу и убегаю. А, нет, даже не убегаю. Я понял. Эй, да хорош. Но надо было уйти сразу и все. И не париться. Шли сфидели. Просто их минус 4 было. И пошли сфидели. Ну, легион. Это легион еще. Так, давайте что-нибудь сделаем от легионов, наверное. Так, хорошо. Рошана ждем. Еще Рошу. ГБКБ-ху next там, наверное. Потому что там БМ. Типа, я могу вообще просто стоять и настреливать. Ну, 300 урона. Две буризы, МКБшка сейчас. БКБ, МКБ остается, да. Давайте БКБ-ху сейчас сделаем. Промаха там нету. Сейчас напишем. Бирюзовый траха. Бирюзовый траха. Бирюзовый. Хорошо. Нормально. Сларки, лотары. БМ вот эти. Ой, лотары, крайним башеры. Хорошо. Вместе. Сларк в лес побежал. Так, вот это в помойку. Сларк. Блин, я опять ТП-шку не взял. Сейчас на него нападение будет лютое, с уничтожением. Так. Конечно, все хорошо. Конечно, все хорошо. Но надо аккуратненько вместе. Аккуратненько. Блин, вообще никакого детекшена у нас нету. Вообще никакого детекшена нету. И вот этих пацанов заколотим. Пол БКБ купим.
О, вот туда мне ек задушу. Ауру включим. Пусть крипы подефятся немного, хотя бы чуть-чуть. Вещи. Ой-ой-ой, еще себе. Я задушу быстро. И подставимся, чтобы Аегу сразу забрать. Потому что Аегу надо мне забирать строго. Хорошо. Вот сюда. Мне кажется, сейчас задушим. Прям нормально так. Я могу так раздамажить. Главное, в БМ не задушить. Встанем в стороночке. Бара на топе. Пусть ребята. Ребята очень сильно сейчас, походу, побычат, да? Мне главное, чтобы меня пуш не вытащил, то урона не будет никакого. Стоять в стороночке. Давайте вот так сделаем. В принципе, я могу быстро спушить. Хорош. Сларк. Ну вот, сентря нету, где сентри? Сентри нету, я сразу подошел и сдох. От сларка. Давай помогу. Ну, слоу граунда буду бить. Да что ж ты на меня все бежишь? Посмотри на него. Ой, хорош, замедло какое. Поможешь на сикере? Ой, ладно. Ну вот просто в меня бара бежит, ничего не могу сделать, тупо по факту. Ну, это плохо. Вот из-за сентрей проигрываем. Я не знаю, мне гем что ли взять? Я просто умер, а Егис у меня просто, Сларк в меня прыгнул. Он не прыгнул, он просто дал бэкстеп. Баш вылетел, все, меня нету тупо. Ну вот тебе две буризы. Ничего, будет веселее. Но подбешивает, если честно, вот эта тема с сентрями. Тупо подбешивает. У нас парень на четвертом слоте вообще не одевается за то, что сентри покупает. Я бару пытался сейчас убить, но мне не помог сикер. Я бы забрал бару. У меня там сайленса не было уже. У нас, в принципе, тускар еще есть. Не знаю, туск, правда, игнорит свои обязанности. Мне кажется, он сейчас убьет пуджа, если запрыгнет. Он бы убил, мне кажется. БМ нажимаешь, запрыгиваешь, тупо в наглую. Парень немного не уверен, но ничего. Так, ну почти есть БКБ-ха. До БКБ-хи копейки. До БКБ-хи копейки. До БКБ-хи копейки. Главное Роша было забрать, чтобы не они Рошана забрали. У нас ДК-шка еще есть. В ДК-хе есть БКБ-ха. Хорошо. Хорошо. БКБ. Еще 300. Ларк меня, конечно, уничтожает. У меня армора нету, ничего нету, тупо. Запрыгивает и все. Монетка. Монету заберут. Добегу я до туда. Так, 1000. 1к БКБ. Сларк скади. Да я Сларка расстреляю, мне просто надо, чтобы потанчили и все. Надеюсь, тускар не будет на сларка со скади катиться. Ну, не знаю, это, конечно, такое себе. По-моему, какая-то дизмораль у пацана на скади с пацаном катиться. Сейчас животное побежит, мне кажется. Животное. Ну, на меня животное побежит. Мне нельзя подставляться вообще. Я до конца буду драться. Или нет? О, хорош. Успеваем? Да ладно. Тускар. Ладно, ничего страшного. Но не успел я тпх, но там я умирал 100%. Но нам нужен, ну вот видите, как тащит вот пятый слот на говно байтит. Ну ладно, минус мид. ДК сейчас подойдет, мне кажется, его пуш сразу закушает.
Ай, пошел. Ну, вытянет его сейчас. ДК, ну, брат, ну зачем? Даст есть. Ой, хорош, забрали. Сларка. Ой, хорошо, хорошо, задефились. Б-б-б-б-б. Б-б-б, задефился уже, брат, молодец. Я сейчас еще резну, стэшку нажму, и будет БКБшка еще. Видите, сейчас БКБ. Если бы сейчас, по сути, я был тут, нажимаю БКБ и настреливаю, вообще было бы круто. Молодцы. Хорошо дефнули. Но, надеюсь, я успею. 14 секунд. Если бы я сейчас уже был бы, сейчас прикиньте, сколько дэмэджа Тавру бы нанес. Пять секунд. Ну, успеваю хотя бы чуть-чуть надамажить тэшку, да? Давай, 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 резаться. Есть. А, не успеваю, да, ничего? Вообще ноль урона. Не успел я. Радик на некре, кстати, появляется. Это промахи. Лютые. Надеюсь, этот центрик не блочит кемпы. Блочит, да? Мне... Мне БКБ, да, фарм надо. Чуть. Буквально. 600. Надо лес, но кемпов и эншентов нету. Хорошо. Если к лесу к нашему стянутся сейчас, ребята, будет очень хорошо. Чуть дофармить БКБ. Чуть-чуть совсем. 200. Пятьдесят золота. Это БКБшки. Есть. Так, ну ТП-шечку в помоечку. БКБшка есть. ББ. Хорошо. Ждем. Вообще под вардом круто было бы тут подраться. Я просто сейчас включу, типа от хилу буду просто душить и все. Поварика другого нет у нас. Они мид пойдут. Если они пойдут мид, мы не сломаем изи. Хорошо. Поехали, жмем и душим. Сларк там дерется, да? Так, ну я расстрелял тут. Хорошо. Тебя тоже расстреляем. БКБ-ха кончилась. Сначала вот этого пацана. Уф. Трипл килл. Буриза, говорят. Тамажит. Кто байбэкнулся? Лего ББ. Лего ББ. Надо хильнуться с крипов. Я с крипов тут не захилюсь. Го венш, то быстренько. Уж. Еще один демонейдж. Все, я восстановил хп. Пуш, пуш. О! Не боись. Я хп хилю. Лего БМ пока. Ой, хорош. Ой, пища крит. Ой-ой-ой. Надо уходить. Животное, когда реснется. Реснулось, да? Я умер. БКБ успею нажать? Помогут ребята, надеюсь. Да, подблочил. Не блокуй. Ну как нам запушить? Прикиньте, даем минус 5, один байбек, а я не могу драться, потому что я соца могу только умереть. Сразу и все. Это что за качели? Бара, жесть же, как мне мусолит. Б. Ой, ну куда ж ты фидить-то, а? Хорош. Оставьте.
Как же я не смог сейчас подраться, жесть, 50 секунд. Иду, я думал, ну, Бара еще тоже БКБ нажал, стан бы ему дали, ГГ. Что за качели? 40 минутки. Ой, Бара, жесть как бы. 4.11 у Бары, но он столько импакта вносит, это жесть. Тупо максимальный импакт от Бары идет, он просто на меня бежит и все, тупо. Тупо бежит. У него на других героев он вообще в драке не. И он редко очень бежит. Он тупо меня старается закрывать. Хейтер? Ладно, у меня герой просто мусорка. Ксин магнетизмом зашел бы. Ай, сентри. Хорош. Вай, молодцы. КГ. Вообще, вот у меня команда отыгрывает. Ребят, вот всем такую команду желаю. Вот на дефе посмотрите, как они отыгрывают. Несмотря на то, что мы очень сильно ошибаемся там. Там умираем. Очень хорошо. Мидго. Все, я сейчас фул хэповый буду. Тэшку юзаю. Беру смока. Юзаю смока и побежал. Бегу. Парни. Бегу. I will end you. Хорошо. Прикиньте, какие качели. И низ сломаем, и низ тоже. Хорошо. И низ тоже. Бегу я чисто. Артиллерия идет. Идет артиллерия. Там БМ. Ой, да пофиг вообще. Вон, Тускар, смотрите, байтит уже. Тускар чисто как байтер у нас. Тупо. Байтер. Все, пошел, минус. Лютый. Оп. Жалко, что не крит. Но пойдет, его вниз. На МКБ-ху. Сейчас Бара, 13 секунд Бара и бежит на меня. Тупо других героев не видит. Ууу, я что-то не попался, да. БКБ-ха была, если что. Все, пойдет. Б. Рошу. Сейчас драка будет лютая. Мы можем сейчас так проиграть, если вступим в драку. Не деритесь. Go. Тысяча. Надеюсь, ко мне сюда не пойду. Сейчас выйдут герои. Да, все, go. ДК, бери. Сыр. Надо подождать, да? Крипов там, go, возбудим. У них там сейчас будет. Хорошо. Дек. Хорошо. МКБшка есть, но байбеков нет. Б. Нормально. Хорошо. Так, если что, вот так делаем. И идем. Крипы там нормально надамажили, да? ГГ, расстреляю просто за сало. Просто расстрелял. Какие хорошие сентри, красавчик на этом, на имбере, на ксине просто. Он говорит, о, смотри, бежит. Колпанете? Есть? Эй, ну притяни меня! У меня еще лаги эти. ДК там соло дерет, но у него аега. Помоги ему, у него аег. Куда ты уходишь, брат? Помоги ему. Помоги ему. Что ты, Сойери, куда ты уходишь, Сойери? Они вдвоем сейчас там драться будут. Вообще проигнорил. Ладно. Жесть. Но меня не вытянули, ребят. Меня не вытянули. Я бы выжил сейчас, если бы подтянули меня. Просто подтянуть надо. Геомагнетиком. И все. Ладно. Ладно, пойдет. Все равно вин. Парни, гоу, топ. Мело. Жалко, что аегис мы реализовали сейчас отвратительно. Могли, кстати, вин вообще изи. Тупо у нас был аег, и мы могли просто закончить только. Что там за шум на улице? Кому чепалаху дать? Жесть, там такой шум на улице. Инвокер, что ли, метеоры кастует? Непонятно. Ладно, так. Вы слышите, да, на улице?
Жужжит, конечно. У нас чисто панда на этом. Блин, вот чуть-чуть бы ему, да? Чуть-чуть бы панде этого. Чуть-чуть рук немного побольше, да? Вот сейчас бы в этой ситуации задушили бы. Задушили бы в этой ситуации. Так, гоу, у меня есть две бури за МКБ. Погнали. Смотрю, тебя 2 года. Скучная игра какая-то у тебя. Однотипные билды. Интересно. КГ. Смотреть не буду, отписка. Все, поехали. Надеюсь, этот видос посмотрите, ребят. Так, ну мы можем, в принципе, зайти, я так думаю. Но надо, чтобы ДК потанчил. Да, но у меня нет байбека. В драке нужно минус 2 минимум дать. Тогда будет байбек. Гоу, напихаем сейчас. Хорошо. Главное сейчас, чтобы бара на меня не побежал. Ну, жесть, если я хп слил. БКБ-ху не стал юзать, за стан думал убьем. Но убили. У меня хп нету на драке, правда. Он все зацепит. Хорош. Вот ДК лютый у нас. Го, я дамажу просто. Просто дамажу. Ага, не могу бить. Реген. Жесть, я там напихал. Я там критами напихал. Просто все хп улетели. ДК. Соло вин. Мужчина. Плюс Эмбер. Ой, Эмбер. Гирс. Если бы не Сентри. ГГ. Хорошая катка все же, ребят, получилась. Потненькая, качельная. ГГ. В ютубе ксенодес. Все. Ребят, вот такая катка у нас вышла. Специально для парня, который оставил такой немного негодующий комментарий. Сделали такой билд. Надеюсь, катка ему это понравится. Не обижайся на меня, мой сладенький. Целую тебя, мужчинка мой. 2 года смотришь. Все, ребят, спасибо всем за просмотр. С вами был Ксаназис. Надеюсь, такая катка рили зайдет. И поставьте лайк. Это как-никак будет типа дополнения. И, в принципе, все. Спасибо всем. И до скорого. Алло. Это кто? А? Здравствуйте. Здравствуйте, это кто? Ваш агрегат готов к бою. Мой агрегат готов к бою? Да. Да, я поехал. Давай. Вот так вот, пацаны.